Приветик всем! Сегодня я решила в своем влоге сделать такое видео про спорт. В общем, я поняла, что я уже третью неделю в гипсе. Пора заниматься каким-то образом фитнесом дома. И подобрала для себя какое-то количество упражнений специально, чтобы делать дома. У меня есть там дополнительные, скажем так, аксессуары, которые я буду использовать, и вот хочу вам сегодня показать, как же я буду это делать. Примерно, наверное, я буду где-то там 2-3 раза в недельку заниматься, чтобы как-то себя в тонусе держать. Так что, поехали! Мышечный тонус у меня восстановится, и мышцы мои будут в порядке и уходить не будут. Ну все, до встречи в следующих видео. Пока-пока!